Всем большой привет, я в фикс-прайсе, опять гора новинок, поэтому буду показывать. Вот такие декорации в горшочке, 249 рублей, с такими вот листьями большими появились. Тут другие немного, они больше, внизу камешки. Органайзеры для косметики, аксессуаров, 199. В белом цвете. Кстати, они прочные, говорят по отзывам. Такс. Ну, тут посмотрите, что есть. Маленькая помощница игра за 240 рублей. Там щетки какие-то. Беременные куклы. Беременные куклы, слышно, да, меня? Набор карандашей, массажер, гоночный трек с двумя кольцами, 199. Тут вот конфетницы. Цены видите, да? Ну, рамочки еще в наличии. Бумага цветокопия 249 рублей. Кстати, это не самая дешевая цена. Есть и за 150. Вот тут вот наушники с микрофоном, разные цвета, фонарики, вот такие лампы, стильники 199 рублей, теплый и холодный свет. Игровой набор «Рыцарь». Вот такие розы привезли. Букетики, посмотрите, такие маленькие, миленькие. Вот, нежненькие такие. В отделе косметики нам новую заколку привезли. А, это две заколочки. Две заколочки, видите? Как под серебро, даже и под золото. Веер за 55 рублей в наличии. Заколка 55 рублей. Я думаю, такая стоит. Ценников много. Непонятно, что от чего. Ну, 50 рублей, не больше. Вот такое зеркало из новой коллекции появилось. Из коллекции как раз кристальной, вот этой, для косметики, аксессуаров. Новые контейнеры косметические появились за 149 рублей. Снова зеркала вот такие с ушками в наличии. Такие с ушками и вот такие вот с ушками. Блоки для йоги в наличии до сих пор. Вот такие вот новые массажеры для тела в наличии в виде такой руки. Говоря, я даже не знаю, сколько он. 149, я думаю. 100, видите, такие вот разные. Новые косметички привезли. Голубая, золотая, черная. 199 рублей. Выглядит достойно. Внутри три кармана. И она очень вместительная. Есть ручка. Есть еще один цвет. Четвертый. Вот такой бордовый. Красно-бордовый. Черный. Золотой и голубой. 199. Сумочки вот такие новые появились. Они сейчас по акции 77 рублей. И перехожу к новой коллекции. Вот такие вот кактусы декоративные. Почему-то нету на них цены. Кто-нибудь выручите меня, сколько они стоят? Я не знаю. Напишите, пожалуйста, мне самой интересно. Декоративная фигура. Классные очень кактусы, но цены нету. Состав доломит.
такие вот. Они все разные, видите? Мне кажется, они по 199 рублей. Я права? Свечи ароматические в наличии. Вот такую грушу привезли. Доломит и сталь. Ваза новая в наличии. Песочные часы, декоративные украшения, 199 в наличии тоже. Маленькие вазочки в наличии. Тоже состав доломит, 99 рублей. Такие еще птички появились. Керамика сталь. Керамические птички. Очень милые. Вот такие вот гуси. И птички. Птички в розовом и в белом цвете. Так. Ну, симпатичные птички. И выполнены очень хорошо. Металлические ножки. Смотрится красиво, мило. Новиночка. Вот такие шампуни появились с хорошими отзывами. Репейный, кокосовый есть. И был еще один вид, не знаю какой. Эх, не добраться. Ну, в общем. Свежая косметика. Чистая линия. Свежая косметика. 77 рублей. Новый цвет повязок для волос с бантиком. У нас их очень много. Еще в другом отделе. $99. Уважаемые покупатели, рекомендуем... Такое еще густое масло какао для волос восстанавливающее. Тоже этой фирмы, свежая косметика. $77. И бальзамчики еще этой же фирмы. Свежая косметика, тоже по 77 они. Репейный. Супер фреш. Кокосовый. Большой выбор у нас контейнеров различных. Новые вешалки в наличии, 12 штук. Интересно, опять сколько же они стоят? Без понятия, ребята. Такие всякие разные они здесь. Большой выбор. Также еще цветы привезли. Большой выбор цветов. Ветки эвкалипта еще есть. Такие привезли. Белые такие же. Оставшаяся вот коллекция.
книг много у нас. Посмотрите еще, какие блокноты красивые в наличии. С картинками. Прикольные. Вот такие вот еще есть. Третьяковская галерея. Интересная очень. Муми-блокноты. И вот, смотрите, с Ван Гогом. Прикольно. Классно. Очень симпатичные блокноты. Вот тут два вида Ван Гога. По 199 такие блокнотики. Очень красивые. Смотрите, какой прикол увидела. Украшения в салон автомобиля. Много сумок для ноутбуков. Разных всяких. И вот таких вот для сменки много. Сумочек. Просто таких пакетов. Ну, это они и есть. Новые наклейки появились декоративные. Они объемные. Много разных тематик. И появились, смотрите, какие еще классные прелести. Животные, а не объемные тоже наклейки. Вообще здоровские. Сока вообще нету. Такие еще есть. И также большие декоративные вновь привезли. Появились вот такие вот настенные часы. Интересные довольно-таки. 199 рублей. Новиночки в кухне. Вот такой вот набор. И набор коктейльных трубочек со щеткой.
пробки для бутылки. Много форм привезли. Вот такие вот подставки. Солонки, перечницы. И вот таких много-много наборов. Такой даже деревянной штучки. Различные формы для выпечки. Такие вот тарелки. Не могу понять, где опять цена. Где цена? Ну, в общем, они из фарфора. Новые тарелки глубокие. 149 рублей, 20 сантиметров. Я думаю взять. Очень классные. Под мрамор. Фирма Luminarc. Ну, классные они. Здесь матовые. Появились еще кружка с крышкой за 149. 375 миллилитров и 700 миллилитров чайник заварочный. Миссис, вот такие появились кружки. Кружки, которые меняют цвет. Яркие. Зеленые, фиолетовые, розовые. И вот такие вот Леди Босс. Но их нельзя в посудомоечной. И губками абразивными, потому что стирается покрытие. Кружка 1040 миллилитров, 149 рублей. Появилась вот такая вот новиночка, пухлый кролик, маршмеллоу, воздушное суфле. Оно тут сердечками. Уже 130 грамм, стоимость 55 рублей.